Господин комиссар, вы знаете, что наши отношения, материальные отношения, дипломатические, финансовые, прочие политические отношения базируются на определенных принципах и по определенным направлениям. Развитию этих направлений служат те программы, которые мы принимаем с вами, и те проекты, которые мы реализуем. В последнее время значительно увеличилось финансирование подобных проектов страны Европейского Союза. Естественно, что это проекты носят такой взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении, и я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается очень взвешенной, аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Мы, исходя из этого, всегда будем надежным партнером Европейского Союза, и за направление белорусское вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными.